пацаны, у нас сейчас будет миссия невыполнима. Давайте вместе с вами. Ту-т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 у. Чатик, как там дальше? Или тара-там, тара-там, тара-тара-та-та-там. Короче, у меня голоса нет, пацаны, и звука нет, и... Кстати, это лучшая позиция для выполнения квеста Аванпост. О-о-о, чат, тоже более интересно. Это сам штурман. Подозрительно тихо, на самом деле. Да, они там все озерские, он работают. Так, справа глушу, он отработал что-то. Одиночка. А где штурман? У меня есть для него 6 маленьких друзей. Прилет. СМС-ка. Нужно было идти на труп ЧВКшника сразу. Ну, второй, видите, я сначала подумал, что второго нет. Это была ошибка, второй есть всегда. Видите, почему они задержались? Не было никого на МЧС, потому что они штурма навалили вдвоем. Ну, наверняка кто-то еще был. Они просто заняты были штурманом. Че там у нас стреляет? Ой, какая попка! Ой, какая попка! Что тут делаешь, алло? Чел, пришел, увидел, отобрал. Не, пришел, услышал, отобрал. Вот они радости, понимаете? Вот они радости хардкора. Не то, что вы просто все покупаете, понимаете, и проходите. Вот она радость. Мне какие патроны больше нравятся? Пробивные. На связи Дима Касичевич. Сегодня я расскажу вам, что такое паркур и как правильно паркурить. Поэтому разминайте голеностоп, мажьте колени диклофенаком. Мы начинаем. Поехали! Короче, кроме этого типа... Что за дичь? А, это кроссовок, ёптить. Ребята, я первый раз вижу здесь кроссовок. Это же кроссовок, да? Не прошло 4 года. Хотя сколько развязки? 2,5? 3 года развязки, да? Кто у него уже мощный кустер? Где он там прыгает? Воу! Ну и косые, конечно, ребята. Че, откуда ты вообще нарисовался такой, а? Страшно, просто вырубай. Типа он спрятался, пацаны. Типа рофлишь с таким рюкзаком прятаться. Поэтому, ребятки, если видите противника, сразу скидывайте рюкзак. Его спалил только рюкзак. А так бы я бы бежал бы по своим делам, он бы меня с того армаха бы по ногам бы куда-нибудь бы уничтожил. Это тип мою мощненькую спер. Да, пацана, мы вовремя с Эмкой встретили. Ну, тот бир все равно был с МП5, не жилец. У него патроны кончились. Здорово, пацаны. Как дела, родные? Все хорошо? Слава морской пехоте, все дела.
как бы два репорта, ребят. Многие спрашивают, откуда у вас энергия, чтобы играть в Tarkov? Вот ответ. Там еще одна коробка. Так, 9800 опыта. Кто-нибудь сливает инфу по боссов? У нас в группе ВК, в телеграм-канале и в дискорде есть каналы, соответственно, где ребята пишут, где они видели последний раз боссов. Поэтому подписывайся, ребята пишут. Фух. Облегчение. Вот оно, ребята, облегчение, когда ты сдаешь квест первого раза. А вы спрашиваете, как квест сделать без подсумка? Вот так. Можно вздыхать, пацаны. Тоже получилось с первого раза. В прошлом хардкоре нихера не с первого раза было. Бля, уже все облутали, ироды. Он мне флешку хотел принести. То бишь, тут стреляют? Тут стреляют. Он это не обращает внимания. Он решает залутать, да? А, он походу делал... Это аирдроп, да, скорее всего, пацаны? Это аирдроп такой. Короче, аирдроп, медицина вместе с этим. Так, за пацанов. И за вас, мои дорогие подписчики. Ставь лайк, пиши комментарий. Какой тайминг, а? Чел, три челобота, куда? Hello, nice. Very nice, man, very nice. Are you scared too? No, man. But... Are you PMC? But, yes, man, I... Okay. I... Just, come go away, okay? Man, go to me, I give you present for you. Don't worry, I don't... No, you don't. You're gonna kill me. No. I swear, man. I swear. Yes, you are, my friend. Man. Russian people, no lie, you know? I'm just gonna run. Man. What? Russian people, no lie, man. Go to me. Look. Look. I don't know, man. I don't know. Come. I don't know if I trust you. Man. I swear. I'm man. I don't kill you. I don't trust you, my friend. You're gonna kill me because you think that I'm gonna kill you. Buddy. Swear me. My friend, I'm gonna go away now. You man, I give you loot, man. Give you loot. No, you don't give me loot. Okay. I drop a loot in his area, okay? And you, if you want, loot his shit, okay? Okay, my friend. Can I come up if you can kill me if you want, I have nothing. No, go, I don't kill you, I swear. Okay, I try to trust you, my friend, Okay. You. If you kill me, I have nothing. I'm going now, bye. Man, loot. Oh, you're right there, my friend, I thought you were up this. Go, loot. Okay. For you, loot. Take what? Take. Oh. Have a nice day. You are sweet, my friend. You are very sweet. I'm gonna give you a present as well. Goodbye, my friend. Goodbye.
No. Thank you. Take. Okay. Thank you, my friend. Goodbye. Have a nice day. Он думал от меня убежать, типа. Bye-bye. Дайте мне лампочку, это ж карма хорошая должна быть теперь. Мне дайте мне лампочку, пожалуйста. Долбаная лампочка, найдись. А я знаю, что ты дрочишь. Че, кто-нибудь будет бежать? Че, никто даже не пойдет? Ну так неинтересно. Погода просто класс. А, походу, Лухаревские там ходят. Или ЧВК? Это нет, ЧВК. Это ЧВК, пошли в РБСТ. Втроем. Да, вон не в РБСТ идут. Второй. Бот побежал. Братан, братишка, братишочек, жопа сгорела. Зато эргономика 68, пацаны. Интересно, они здесь еще или убежали? Нахер они нужны? Да, Дим, уже есть. Не хватает. Не хватает только цевья. Track together. No man. I don't wanna fight. Why you shoot me? I don't know. It's the instinct. Instinct? You friendly? Yeah, I can pull my knife if you want. No. Goodbye. I don't kill you. Don't worry. Goodbye. Okay? Okay. So you don't wanna extract? Man, no. I give you loot. Take. Have a nice day. Just lie. Okay, thank you. I search items. Oh, okay. Good luck. Good luck. Ля, алтын. Алтын, пацаны. Алтын. Как я не убил его? Ребята, спасибо большое всем за компанию, спасибо то, что смотрели трансляцию, за ваше время. Сегодня много очень сделали, реально много очень сделали по нашему челленджу. Это радует, это очень радует. Завтра у нас будет готовое убежище, между прочим, второе, будет легче играть. Будет гораздо легче играть, ребят. Давайте, ребятки, пока-пока-пока. Мужики, понравился монтаж? Прошу залететь на бусти, и если не па де лупе де держат. Ваш подписка посредством бусти окажет огромную поддержку в создании сайта с картами по таркову, и не только, випуски больше в количестве качественного контента на YouTube. Подписка позволит играть со мной в супни, также даст доступ к закрытому чату в Telegram, отдельную роль в Discord, просмотр видеозаданий до вирода в соц. Si tard, возможность тут части в розыгрыше мерча по Escape from Tarkov и многое другое.